Меня зовут Юрий Олешников, и сегодня мы будем делать обзорку гитары Альгамбра модель 7C. Альгамбра модель 7C, верхняя дека кедр. Вот у нас тут стоят штампы производителя Испания. Накладка грифа, это черное дерево. Механика студенческая. Нижняя дека выполнена из массива красного дерева. Сыграем хроматическую гамму, послушаем регистры. Звук у этой гитары. Сейчас на примере нескольких произведений мы послушаем разные регистры инструмента. Модель 7C сделана из массива дерева, поэтому этот инструмент, он, конечно же, будет разыгрываться. В этом инструменте мне понравилась глубина звука. Сегодняшнюю обзорку мы делаем на струнах Savare Alliance Contiga жесткого натяжения.